Мне не надо говорить о том, что будет через год с экономикой России, что потом произойдет. Мне не нужно объяснять любой предвыборный вопрос. Мне совсем не интересен политический прогноз. Я не буду слушать перерыва, телефон. Разобью за телевизор, чего бытовон. Стол отсюда слышать положение в стране. Скажите, что кто-то тоже завтра делает мне. Расскажите, что мне делать, расскажите, где мне жить. Может, что-нибудь такое я смогу перетратить. Может, что-то я успею, вы подумайте всерьез. Скажите же, скажи мне, но завтра за прогноз. Думай об этом. Думай серьез, думай об этом. Думай серьез, дай мне на завтра за то, что продаст. Думай об этом, думай серьез. Дай мне на завтра за то, что продаст. Дай мне на завтра за то, что продаст. Давай. Я хочу узнать, что будет завтра, только лишь со мной. Мне не волнует люди, дом, я тогда живу. Мне не волнует факты происшедшего в стране. Скажите же, кто-то что же завтра делать мне. Думай об этом, думай серьез. Дай мне на завтра за то, что продаст. Думай об этом, думай серьез. Дай мне на завтра за то, что продаст. Дай мне на завтра за то, что продаст. Дай мне на завтра свой точный прогноз.